читаю дальше. Но на поражение растений грибами все равно влияет здоровье, а также влияние окружающей среды. Вот тут согласен, Сергей. Спасибо. Наталья, уважаемый Виктор, среди нас присутствует Сергей Селивошко. У него есть опыт и фильм о стратификации. А я сертифицировал по технологии, все удалось великолепно. Попросите у всех, сможет бросить ссылку на свой фильм. Гражданин Сережка, вы что-то таланты скрывать. Я тут распинаюсь за всех, цифры называю какие-то там. А вы, почему я не видел? А может быть, вы присылали, не помню. Пожалуйста, Сергей, я уж теперь серьезно говорю. Будьте добры, пришлите ссылку, как сертифицировать, раз у вас так уважительно называется Наталья. Вот. Учиться не грех. Я уже у десятка человек из вас называл себя учеником. Помните? И не стесняюсь. Борис, получили недавно своим другом Юрой Кривченко книги от вас. Садоводство для избранных судьбой. Замечательное управление, замечательное содержание, но полной мудростью и светом жизни. Великая благодарность вам за вашу работу. Знаете что? Я как раз засал 40 штук, это которые были заранее оплачены. Вот. А вон они лежат, остальные 540, 560, и даром никому не надо. Так что спасибо вам за напоминание, но мой прогноз, пройдет неделя, и ни одна книга не будет после нашей вот этой переписки, ни одна книга не будет куплена. Вот. Селивошка, сертификация посевного материала, семечка, косточка. Ой, мне надо сразу копировать, сразу. Я уже так пролетал. Так, единственное, сразу скажу, ребята, я никогда не комментирую работы своих друзей. Право, не право, никогда. Вот. Сейчас я возьму вот до сюда мы дошли. До сюда. Сейчас, извините, я что время отнимаю у вас. Время отнимаю вот здесь где-нибудь. А потом уже разбираться буду. Вот вашу ссылку я себе, вот она, сохранить. Все, возвращаемся в наш кабинет. Так, Данила, всем хорошего вечера. Опять я на работе. Кузи график. Так. Сергей Саратов, спасибо за полено. Они мне спасибо. Мы это проходили с вами. Он мне прислал фотографию, а там на фотографии было полено, торчком ставил. Это же орех манчжурский. Вот, разбивал, у него получались цели. Ну, может быть, тоже приспособиться надо. У меня бывает половинка нормальная, целенькая такая, пухленькая, а вторая половинка в дребезге. Пока учусь. Ну что, друзья, все, закончили мы с вами разговор. Потратили еще, да вы чего, больше часа. Ну, зато разговор получился, мне кажется. Я прошу прощения, один из вас, очень толковый мужик, я уважаю, написал: Эрик Константинович, откажитесь от этой манеры ведения вебинаров. Делайте лекцию. Про одно, от начала и до конца. Вот. Но он, наверное, не знает, что 200 лекций первые такими и были. Такими и были. А что было надо делать потом? Вот тут раз, человек говорит, впервые попал. Много тут таких. Через месяц будет 300-400 просмотров. Если я буду лекции читать, люди будут засыпать на середине. Последние разбегутся, я уверен в этом. Вот. Мы же как с вами? Вот смотрите, мой пример любимый. Детектив, да? Ведь можно же на первой странице написать сюжет. Нашли труп, прошлись по знакомым, вот, увидели там обрывок, то есть этот окурок, узнали, кто любитель курить, вот, и к концу первой страницы арестован и отдан под суд. Вот такая книга, а в этой книге как сюжет, и любовная линия обязательно, вот, и кто с кем спал, а кто еще и с двумя, тоже обязательно. Вот, и измены, и драки. И только в самом конце, еще умудряется, вспомните этот Гардапо, вспомните это самое, вот,
Агату Кристи. Попробуйте вы догадаться до последнего дня, кто убийца. Уже свихнешь мозги и все равно не знаешь, кто убийца. Но ведь можно было, посмотрев первую страницу, 300 страниц пропустить и на последнюю узнать, кто убийца. Так же сэкономлено бы сколько времени, и глаза сэкономлены, здоровье сэкономлено. Мы читаем обычно лежа, редко сидя. Все сэкономлено. Нет, мы же все равно 300 страниц читаем. Я вот решил для себя. Спасибо, друг, за подсказку, что ты хочешь, чтобы я читал лекции. Вот. Пункт первый, пункт второй. Вот все разжевано. Начиная с семечка и заканчивая к этим 20-летним прекрасным саженцам, которые не думают умирать растениям. Нет. Я буду как детектив вот этот. Ну, больше меня не смотрят, меньше тоже не смотрят. Ну, а потом вспомните, вы вот этот товарищ, да, похвалил книгу нашу. Это не чисто моя, это вместе с Троценко. Как Троценко ее делал? Да вот так вот. Выдергивал эти сюжеты. Фотография плюс сюжет, плюс сюжет. И получается, наполненная мудростью света. Вот эта книга как раз для того, кто хочет просто взять, экономя время, заглянуть, как вот этот самый в детективе, на последнюю страницу и узнать. И вот именно по такому принципу она выполнена. Но они лежат, они никому не нужны. Вы один похвалили, вот, получили недавно, значит, вы заранее оплатили. Вот. И все на этом. И пройдет год, купят 10 штук, пройдет еще год, купят 20 штук. Уже который год у меня лежат книги эти самые. В них две Нобелевские премии, в книге «Записки зачарованного садовода». Простым языком, понятным бы любому школьнику, если бы он читал бы их. И они лежат до сих пор. Ну, вы сами виноваты, не надо было хвалить, а то кончается такой грустной темой. Мы заканчиваем разговор. Все, друзья, до свидания. Поговорили, заказать семена, заказывайте, только тут 2001 год, это все никак не поменяем дату, а в принципе ничего не изменилось, вот, давайте прощаться, жалко расставаться, еще раз напомню, что, значит, в этом мире ничего случайного не бывает, я про манжурский орех, я про то, что Маяковский удерживает 40 градусов, и не ценить это даже невозможно. И ни одного заказа от ученых, кроме Ваулина, вот, который, правда, потом, добившись успеха, забыл про меня упомянуть даже. Просто упомянуть, кому обязан. Вот. Вот в таком мире живем. Но все равно давайте прощаться с улыбками, давайте прощаться с надеждами. Вот. Последнее испытание пятимесячной засухой. Сад выдержал. Все, что мог, выдержал. Вот самое мокрое за 40 лет лето выдержал, холодное. Морозы выдержал. Никаких шансов, что он однажды погибнет. Исключено. Вот. Попробуйте вот так вот сделать. Вот. Как это самое. И все будет прекрасно. Как отучить их от этого? Как? Но ведь не хочется, чтобы... Ведь даже мои саженцы можно изувечить, потому что купят саженцы и начнут резать эти самые, отрезать ветки. На черешне из 8 веток отрезать 5. Лишние. А дерево-то этого не знало, что они лишние. Бог не знал. Ну что, все. До свидания. Кому спокойной ночи, кому приятного вечера.